эти рисунки о мире привезли в Москву школьники из Соединенных Штатов Америки, активисты движения «Дети учат миру». Американские дети выразили в них свою мечту о мирной счастливой жизни для всех ребят на Земле. Мечтой о мире живет и 10-летняя американская школьница из города Манчестер Саманта Смит. Она написала письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Владимировичу Андропову. Саманта пишет, что она очень обеспокоена, не начнется ли ядерная война между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Юрий Владимирович Андропов ответил Саманте Смит: «Мы хотим мира. Нам есть чем заняться. Выращивать хлеб, строить и изобретать, писать книги и летать в космос. Мы хотим мира для себя и для всех народов планеты, для своих детей и для тебя, Саманта». Никто из советских ребят не остался равнодушен к письму американской школьницы. Она правильно делала, что написала письмо, она вот хотела узнать, что у нас делать для того, чтобы войны не было. Я бы ей ответила, что Советский Союз не хочет ядерной войны, что у нас все люди борются за мир, и никто войны не хочет. Саманта Смит написала о том, что волнует не только ее, но и многих других американцев, взрослых и детей. А что бы написали наши ребята президенту США Рейгану? Чтобы он как следует подумал, и чтобы понял, что ядерная ракета приносит несчастье всему человечеству. Просто попросили бы, чтобы он не делал ни бомб, ни пугал людей. Чтобы не было гонки вооружений, чтобы все люди были счастливы.